Здравствуйте, меня зовут Константин Астахов, и вы на канале International Expert. В предыдущих роликах, рассматривая преимущества миграции в страны Европейского Союза, мы часто акцентировали внимание на возможностях ведения предпринимательской деятельности. Сегодня я более детально остановлюсь на одном из важнейших аспектов, влияющих на эффективность ведения бизнеса – налогах. Рассмотрим систему налогообложения Румынии как одного из самых популярных направлений для бизнес-иммиграции. Итак, начнем с основ. Все виды налогов в Румынии можно условно разделить на три вида, применимые к юридическим лицам, физическим лицам, косвенные налоги, затрагивающие обе группы. Представим, что вы оформили юридическое лицо и осуществляете коммерческую деятельность в Румынии. Какие обязательства по уплате налогов на вас накладываются? Налог на прибыль, или как его еще называют, корпоративный налог. Румынские компании уплачивают 16% налога на прибыль с их глобального дохода, полученного как внутри, так и за пределами страны. Иностранные компании, ведущие деятельность через филиалы, облагаются налогом только с доходов, полученных из источников в Румынии. Эта ставка является фиксированной и не зависит от размера доходов. Физические лица на территории Румынии оплачивают подоходный налог по ставке 10%. Также налогом облагается дополнительный заработок. Доход от аренды недвижимости, реализация сельскохозяйственной продукции, выигрыши в лотерею. Косвенным налогом относятся налог на землю, который зависит от города, где расположен земельный участок, налог на недвижимость, акцизный сбор, НДС, на котором остановимся подробнее. Стандартная ставка налога на добавленную стоимость составляет 19%. В отношении некоторых категорий товаров и услуг размер данного сбора может быть снижен до 9%. В частности, к льготным категориям деятельности относятся сферы, связанные с производством продуктов питания, энергоэффективным строительством, зеленой энергетикой, развитием направлений спорта и развлечений. Помимо одной из самых лояльных в Европейском Союзе налоговых систем, Румыния привлекает предпринимателей программами стимулирования малого бизнеса. Законодательством страны предусмотрена возможность регистрации микропредприятий, которые уплачивают налоги в льготном режиме со ставкой от 1 до 3%. Для применения этой ставки необходимо выполнить определенные условия. Наличие минимум одного наемного сотрудника в штате предприятия. Годовой доход не должен превышать 500 тысяч евро. Акционеры не должны владеть более чем 25% уставного капитала в более чем 3 других предприятиях на территории Румынии. Важно отметить, что для иностранцев и граждан Румынии размер налоговых ставок отличается. Ставка на прибыль для иностранцев составляет 16%. Налог на доход с дивидендов 8%. Если лицо выплачивает доходы государству, с которым у Румынии нет соглашения, применяется повышенная ставка в 50%. Как итог, регистрация бизнеса в Румынии с румынским гражданством открывает перед предпринимателями ряд преимуществ. Это возможность налоговой оптимизации, государственная поддержка в виде дотаций, грантов и льгот, а также полный доступ к рынку ЕС. Друзья! Напоминаю, что на нашем канале вы найдете много полезной информации о легализации в Румынии. Профессиональную помощь в оформлении гражданства ЕС вам окажут миграционные юристы компании International Expert. Оставляйте заявку, перейдя по ссылке в описании к этому видео, и в кратчайшие сроки наш специалист свяжется с вами и предоставит всю необходимую информацию, касаемую иммиграции. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Увидимся!